Владивосток, 27 октября 2021 года, Покровский парк. В Покровском парке на данный момент проходят работы, делают там вон впереди тропинки. Прогуляемся. Что-то непонятное. Но вот, походу, здесь были следы. Их просто взяли раствором, замазали и все. Там засыпают землю на газоны. На следующий год здесь будет красиво. Наверное, появятся лавочки какие-то, еще что-то. Там перекрыто впереди. Здесь вот новую брусчатку уложили здесь. Места для лавочек специальные, такие кармашки. Кармашки такие для лавочек. Ну, урны появятся, наверное, все. Вон мелкота там листья подметает ветками. В общем, Покровский парк вот в таком состоянии сейчас. Там, я как понимаю, залили дорожки, тентом закрыли, чтобы там люди не ходили, но
кто-то прорывается все равно. Ну вот здесь, наверное, будет брусчатка везде лежать. В общем, Покровский парк вот в таком состоянии. Вот здесь площадка, наверное, здесь будет установлена сцена, возможно, вот на этом месте какая-то в будущем установят, возможно, сцену. Ну и вот здесь вот тоже площадка есть. Все здесь на стадии восстановления. Здесь площадку тоже залили раствором. Осень. Листья желтеют, краснеют. Но во Владивостоке еще тепло. Было несколько дней, когда было прям холодно. Но вот сегодня, вчера было прям тепло. Ну вот, оно сейчас тепло. В общем, заливают дорожки все раствором. Thank you.
Партизанский проспект 9. Партизанский проспект 3. Кирпичный большой дом. Самолеты летают. Здесь вот этот дом, улица Московская, 1. Смотрим, что здесь. Кирпичный дом такой. Что здесь в нем? Магазин. Башидзе 6. Что-то непонятное. Сначала улица Московская, и тут же рядом дом соседний Башидзе. Такие дворики, качельки, еще, наверное, с советских времен сохранились здесь. Детская площадка с песочницей и горкой. Какой-то магазин или ресторан, что я здесь не знаю. УАЗик стоит. Что здесь за адрес? Интересно, вон там табличка. Московская, 15.
здесь. Такой вот старый дом. Наверное, еще сталинский. Или как это правильно называется. Гаражи капитальные. У людей сушится бельишко. Такой вот дворик. Один из владивостокских двориков. Здесь какие-то старые частные дома. Кто в них живет, неизвестно. Живет ли в них кто-то. Но огород, походу, здесь есть. Кирпичный дом. Сколько голубей на крыше. Такой дворик. Что там? Посмотрим. Это улица Московская. Недалеко от Покровского парка находится. Что здесь? Какая-то организация. ПКРЦ. Московская 11. Здесь такой адрес. Здесь, походу, какое-то бомбоубежище. Там парковка, стоянка ночная. Московская 13. Здесь адрес такой. Ну вот, может быть, кто-то жил здесь, в этих местах. Там Покровский парк. Башидзе 1. Вот этот дом Башидзе 1. А этот дом Московская 1. Вот что? Какой-то школьник там долбит палкой по лавке. Цветочки еще живые, но уже вянут, правда.
Нужно перейти дорогу. Какой красивый там закат.